Наташенька, я тебя прошу, пиши каждый день. Или хотя бы раз в 3 дня. Мам, я намекаю, на дворе 21 век. И я намекаю, на почту ходить не надо. Шли по электронке. Ладно, между занятиями. Если что-нибудь случится, смс-ну. Я тебе смс-ну, чтобы ничего не случилось, поняла? Вообще-то это приличный лагерь для приличных детей. И мы туда едем английский учить. Вот, и веди себя там прилично. Сиди и зубри. О, а то знаю я вас, молодец. Мам, ну не волнуйся, я ж скоро. Я буду скучать. Ну, часа два. Мам, ну всего же на месяц. А я все равно буду. И папа тоже. Ну, давайте, счастливой дороги вам. Спасибо. Пока, пап. Я люблю тебя. Пока. Все, заходим в автобус. Всем привет. Совсем большая стала. И Танюша уже большой мальчик. Так что вещи сам соберешь. И чтоб через час твоего духа в квартире не было. Улыбаемся, машем. Ирина. Не начинай. Прощаемся без надрыва. Ириш, ну Ириш. Проверяйте паспортные данные. Если все в порядке, то расписывайтесь у моего помощника в книге регистрации. Оплата там же. Угу. Да, все в порядке, кажется. Кажется? Вы готовы заплатить за кажется? Читайте внимательно. Это знаменитая художница Екатерина Дронова? А как вы догадались? Только она вечно живет в трубку. Ты с новостями? Мне привезли приглашение. Они такие стильные. Хочу вам быстрее вручить и обмыть это событие. Ты как? Положительно. Тем более у меня тоже для вас сюрприз. Mm-hmm. Подожди, я Ирку к нашему разговору подцеплю. Mm. Алло? Ирен, у нас для тебя сюрприз. Вечер свободен? Вечер свободен, и не один. Вот Наташку отправила. Сейчас Андрюшу провожу и к вам праздновать развод. С меня шампанское. Чего? Чего? Все-все-все. Подробности позже. На связи. Катька, а что это было? Я точно услышала слово «развод». Значит, мне тоже не показалось? Да. Это сюрприз похлеще моего. Документы, да. Ладно, прости меня, клиента. Конечно, прямо сейчас ты и сделаешь. Очень хорошо. Да, спасибо. Присаживайтесь, подождите. А это много? Теперь точно. Юра, послушай. Ну куда я поеду со всем этим барахлом? Я даже не знаю. Может быть, к Павлу Петровичу? У него такой волнующий женский голос. Отдай телефон. Читать чужую переписку низко. Переписку низко? Стихи. Запиши, а то забудешь. Ириш, ну давай поговорим спокойно. Поговори лучше вот с Настей, психолог ноги. Получится более конструктивно. А ты о Наташе подумала? Если бы я не думала о Наташе, я бы тебя еще вчера в зашей выгнала. А так у тебя есть месяц, чтобы для ребенка придумать слезную версию исчезновения отца из ее жизни. Все, я праздновать развод. Так что вернусь, найду что-то из твоих вещей, выброшу в мусоропровод.
Ну, девочки, за нас с вами и за фиг с ними. Ой, легко тебе говорить. Рассказывай, как он оправдывался. Валил все на природную мужскую полигамию. Интересно, сколько он уже увлекается этой полигамией? С рождения. Жанна! Что? Мы ж 15 лет вместе. А как он за мной бегал? Все девчонки завидовали. Родила ему, все бросила. Была бы сейчас не репетитором, а профессором в Йелле. Ага, Йелле ей не хватает. Ты еще скажи, что жалеешь, что Наташку родила. Да нет, ты что? Нет. Только как я ей это объясню? Ничего, не маленькая, поймет. Поймет, когда постареет, как мы. Прекрати есть, сейчас салат принесут. Это я от стресса. От какого стресса? Ирку жалко, какого? А нечего ее жалеть. Нужно тебе найти хорошую работу, а то сидишь там со своими учениками на кухне, людей не видишь. Ир, вот только не ставь на себе крест. Да. Вот посмотри на меня. 18 лишних килограмм. Вот и борюсь. А давай ко мне, помощником нотариуса. Каждый день столько мужчин ко мне приходит. А что ж ты у нас сама-то? Сапожник без сапог. А я в поиске. Мне нужно, чтобы я для него была единственная и неповторимая. А ко мне в основном приходят, чтобы подписать разрешение на вывоз ребенка за границу. Я на деловой встрече. Освобожусь через час. На. На. Я бы тоже не отказался от таких дел. Он ей платит? Ей-то он платит больше. У нее и работка, не дай бог. Слушай, а ты видел эту деловую встречу? Как она? Так, на любителя. Давай лучше посмотрим футбол. Все, девочки, хватит об этом. Правильно. Показывай свои пригласительные, Катя. Сейчас. Это тебе, Ир? Красиво. Это тебе, Жан. Через 2 недели? А что ты оденешь? Ничего не надену. Смело. Не смешно. Я вообще не пойду, мне не в чем. Подожди, а то черное платье, которое мы под Новый год тебе купили. Я в него не влезаю. Ну, тогда мой сюрприз как раз тебе кстати. Внимание! Клиент подарил ваучер. Санаторий «Янтарные берега». СПА, массаж, полный релакс. Ну, здесь так написано. Красота. Ну что, едем? Как? В смысле, мы втроем? Да. А как же клиент? Он наверняка рассчитывал с тобой поехать. Ну, рассчитывал, правда, жена не пустила. Ну что? Я, пожалуй, пас. У меня же абитуриентка, которую я натаскиваю к экзамену. Ну, отдохнет твоя абитуриентка от твоих косинусов. Все решено. Катю, худеем, тебе лечим нервы. Ну, а я, может быть, найду себе какого-нибудь симпатичного инструктора по фитнесу. Я тоже хочу инструктора по фитнесу. Какого? Какого? Ну, накачанного. Да. Блондина с голубыми глазами. Ой, и родинка на плече. Он такой там есть. Да? Угу. Сразу появится, если ты влезешь в свое платье. Будешь ногами от них отбиваться. Ну что, возражений нет? Единогласно. Завтра утром выезжаем в санаторий. Да, хорошо. Ой, как хорошо. Тебе нравится, милый? Да, очень нравится. Молодец. Вот там под левой лопаткой, вот там чуть-чуть, да. Ой, как хорошо. Я в душ. Куда? Я жду продолжения, Леночка. Ты куда? Лена, ты скоро? Иди ко мне, моя хорошая. Ой, да. Давай под правой лопаточкой, давай, мой хороший. Ну, понижней. Да. И под правой лопаточкой.
Котик, ты где? А может быть, такси вызовем, а? Ой, давайте прогуляемся, а? Решила лишние калории сжечь. Вот гулять полезно. Может быть, встретим кого-нибудь? Мужчины, какой счет? 2-1. Мы ведем. Не думала, что ты болельщица. Нет, просто так спросила, потому что оригинальные мужчины, ну и тачка у них неплохая. Да это ж не их тачка. Они явно хозяина ждут. Mm-hmm. Ну, ты знаешь, вообще-то мужчина нужен не только ради денег. А еще ради любви. Ради здоровья. Хотя здоровье у них не очень. Слабенькие они какие-то, ненадежные. Ой, бедненький. Сердце, наверное, отказало. И никто, что его не провожает. И жены-то, наверное, нет. Жена составляющая переменная. Это я как математик утверждаю. Надо скорую отогнать, подальше поставить. Я этим займусь, а ты пока с ним побудь. А мне что с ним делать? Охранять, пылинки с него сдувать. Ага, сейчас. Я чуть пупок не надорвал, пока его по лестнице пёр. Слушай, за такие деньги, которые мы за него получим, ты будешь с него пылинки сдувать и охранять. Я надеюсь, мы быстро это провернем. Не знаю, как получится. Так, Алена Игоревна, я вас еще раз спрашиваю, кто знал о ваших отношениях с Балаяном? Я же говорю, никто не знал. Я никому не говорила. Мать, подруги. И в момент похищения вы никого не видели. Клянусь, я в душе была. Но вы же понимаете, как это подозрительно выглядит со стороны. Может, вас подкупили? Хотя вряд ли. Балаян вам денег давал достаточно. Или вас запугали? Тогда вы делаете ошибку. Бояться вам надо не похитителей, а нас. Вас? Полицию? Мы, Алена Игоревна, не из полиции. Мы из Софимплекса. С работы Балаяна? С работы. А вы знаете, у нас очень интересный директор, китаец. Говорят, что он из китайской мафии, триады. А у китайской мафии есть такое понятие – потерять лицо. И вот у человека, который потерял лицо, у него есть один только выход. Зачем вы сейчас мне все это рассказываете? Найти виновника своей неудачи и срезать ему лицо. Но я ни в чем не виновата! Да, да. Я говорю все это к тому, что если с Балаяном что-то случится, и мы решим, что вы замешаны. Так и знал, что это швабра в деле. Да что, слепой? Она ни ухом, ни рылом. Это-то и плохо. Чем? Обширным кругом подозреваемых, вот чем. Когда очнется, пускай сидит на попе ровно, пока Балаяна не возьмем. И не дай бог, она обратится в полицию. Мне надо отъехать. Шеф, а это правда про господина Лифана? Ты у него сам спроси. Да куда? Аккуратно. Я А что у нас с Хавчиком? Да все нормально, я купил водочки, колбаски. А еще лапша есть. Ну, а для него что? Поголодает. Не-не-не, нельзя. У него этот, как его, диабет. И что? Ему есть надо, чтобы он раньше срока не загнулся. О! Оклемывается. Знаешь, когда придет в себя, ты у него узнаешь, что он жрет. Потом меня набери, я на обратной дороге в магазин заеду, куплю. Все. Звони!
Где я? Ты слышь, чего жрать будете? Индюшатина и колбасу на пару. Чего? Отлично выглядишь. Спасибо, ты тоже. А дед? Неужели у вас на работе появился нормальный мужской бутик? Ты считаешь, что я все еще работаю охранником в торговом центре? Так. Савимпекс, начальник службы безопасности. Мужчина, а что вы делаете сегодня вечером, а? Увы, как раз сегодня вечером у меня дела. Так. Тебя я, кстати, тоже по делу пригласил. Послушай, ну если у вас там украли вагон с пластиком, то это не ко мне. Ты знаешь, я больше по части цацок. Украли одного из директоров. Дело серьезное. Я бы хотел, чтобы ты мне помогла. О чем ты? Я тебе сейчас расскажу. Хотите получить вашего Балаяна живым и здоровым? Приготовьте 5 миллионов евро. И не вздумайте сообщать в полицию. Терпеть не могу этого Балаяна. Зачем за него платить? Откуда 5 миллионов? Завтра мы позвоним, скажем время и место. Деньги доставить. Все. Ну, может, считаешь, что доигрался. Допрыгался. Мы получили это сообщение 40 минут назад. Господин Черкасов, я не понимаю, где Балаян Тавиджайнар. Охрана. Господин Лифан, Балаян запрещал моим сотрудникам даже заходить в подъезд. Очень сложно охранять человека от его любовницы. Вообще не понимаю, зачем за него платить. Самый бедный, что ли? За тем, что он нам нужен. На нем все кавказское и турецкое направление держится. Мы же без него треть рынка потеряем. Мы будем покупать. Да, 100%. У вас не 100%. У вас 7% акций компания. Тинканши, голосование, пожалуйста. Не платить. Терпеть не могу этого гада. Но грех на душу не возьму. Я не понимаю, это да или нет? Это за выкуп. И мои 7% прибавьте, и плюс еще 15% Балаяна. Всяк он скорее за то, чтобы его выкупили, а не убили. 5 миллионов? Это вся наша свободная оборона. Я против. Как-то легко они его выкрали. Балаян, я тоже против. Не вижу смысла вообще голосовать. У господина Лифана 35%. Поэтому, как он решит, так и будет. Конечно. Но я еще хочу сказать, что если люди увидят, что мы бросаем своих, мы не только Кавказ потеряем. Будем покупать. Только господин Черкасов нужен очень надежный человек. Я сам это сделаю. Я же ей сказала, через полчаса будем. Это ж Катя. Сказала бы, что уже у подъезда. Она как раз бы выкатилась. О! Кать, ну мы только на 2 дня. Куда столько вещей? Девочки, я взяла самое необходимое. Ну, ничего, ничего. Побегаешь со своими баулами по лестницам, ага. Похудеешь. Добрый ты, Ирка.
Вперед! Отдых, воздух, худоба! Присядьте. Хотите ничего хапа? Пейте чай. Пейте. Благодарю. Я хочу вас спрашивать, как вы будете передавать деньги? Мы сообщили похитителям номер моего телефона. Они должны позвонить и сказать, где они нас ждут. Но пока мы будем ехать, я уверен, они будут менять место встречи, пока не выведут нас на точку передачи денег. А почему не надо помечать деньги, поставить жучок, кейс? Это слишком заметно. Балаян может пострадать. Когда вы освободите Балаян, вы убьете тех, кто его забрал. Жадость. Нет, убивать я не буду. Я их привезу к вам. Это наши деньги. И мне не нравится, когда их нет. Вы мне не доверяете. Не верю я солнцу, что траву опаляет. Это вы о чем? Это китайский поэт. Либо, будьте аккуратны. Насколько я знаю, господин Лифан, вы отправляете за мной машину сопровождения. Не делайте ошибки. Я буду думать, что меня убьют. Я могу идти? Ближе не прижимайся, чтобы хвост не увидели. Да вижу, не прижимаюсь. С сегодняшнего дня 3 раза в день у нас пробежка, 3 раза в день мы качаем пресс, на завтрак, обед и ужин фрукты и соки. Жан, у нас всего 2 дня, чтобы вернуться прекрасными феями, это невозможно. Вот именно. Поэтому времени у нас мало, тебе и решать ныть будет некогда. Выпустите меня! Ну, надо было бы все-таки на 2 машинах везти. Начальство сказало на одной, значит на одной. Что за... Давай, проезжай! Слышь, курица безмозглая, проваливай отсюда! Да брось... Ты кому звонишь? Ты кому звонишь, а? Кому же я звоню? Вот овца. Номера запомни. Запомнил. Сообщи Черкасову, что мы отстали. А ты чего раскорячилась здесь? Давай убирай. Да не кричи, сейчас отъеду. Мужик нынче нервный пошел. Житья от этих баб нету. У нас заминочка. Землю, а? Да где же он? Первый, ответьте, у нас тут проблемка. Мы вас потеряли, где вы находитесь? Первый, ответьте. Ответьте, первый. Ого, ну и вмятина. Девушка! Вы как там, в порядке? Они вам машину разбили. Сильно? Да. Послушайте, я номера запомнила. Хотите, запишите наши телефоны. Мы как свидетели, что они скрылись с места ДТП. Да нет. Повреждения не очень сильные, просто испугалась, руки трясутся. Ладно, нам нужно ехать. Просто нам, девочки, нужно заселиться в эти янтарные берега до обеда.
Пойдемте. Девушка, извините, ради бога, вы не могли бы сдать назад? Нам просто надо в санаторий, мы очень опаздываем. Хорошо. Ага. Спасибо большое. Спасибо. Слушай, твои гориллы, похоже, срисовали мои номера, так что я лучше уеду из города, отсижусь день в санатории. Да, заселюсь, пришлю адрес. Отбой. Черкасов исчез. С деньгами. О, умимбай. Мне непонятно, куда. То ли машина, которая шла за Черкасов. А они отстали из-за аварии? Он в деле на аварию. Ну, может быть, мы выясняем. Рация? Не отвечает. Джао-гао. Мне не нравится. Надо искать. А как бы Лаян, если позвонят похитители? Пока будет ждать. Но они могут убить Лаяна. У них денег! Пусть ждать. Фу, приехали наконец-то. Так, девочки, быстрее. То мы очень опаздываем. Может, он на мост с другой стороны заехал? Да нет, я ему все толково объясню. Может, пробка за мостом? Ждем. Слышь, а ты что со своей долей делать будешь? Тачку куплю. В Крым поедем с Наташкой. Везет. А, я вот не знаю, честно, такой кучей бабла делать. Может, тоже в Крым? Да где оно, это бабло-то? Есть. Вот что за люди, а? Культурная столица, да? Мусор нормально выкинуть не можете. Убирай! Не пойму никак. Зарегистрирован. Может, они будут вдвоем карточки заполнять? Не могут. Клава, столица Кении. Слушай, ну давай я по интернету посмотрю. Найроби не ищите. Давайте уже нас поселим. Как? Найроби. Женщины, да? А я так понимаю, что наш ваучер предполагает различные процедуры, верно? Да, предполагает. А вы знаете, подходит. Тогда запишите нас, пожалуйста, на маникюр, педикюр, обертывание, фитнес. Вы знаете, ваш ваучер предполагает только массаж и бассейн с сауной. А Элита Ивановна, у вас сейчас иглоукалывание. Идите, пожалуйста, Элита Ивановна, идите. Светочка, выдай, пожалуйста, ключ от 210 номера. Так, можете поселяться. Номер на четверых, к вам еще кого-нибудь подселят. Чего? Как это на четверых? Это что, ваучер такой, что ли? Спасибо клиенту. Но я ему устрою, я как-нибудь оформлю ему доверенность с 2005 годом. Девушки, а давайте решим вопрос. Мы заплатим за нормальный номер. К сожалению, невозможно. Я вас уже по ваучеру провела. А свободных номеров на троих все равно нет. Это что, такое популярное место? Конечно, а как вы думаете? Все же хотят за пару дней оздоровиться и отдохнуть. Да, и обслуживание в стиле ретро. Ну ладно, будем надеяться, что у них массажисты хотя бы не так выглядят, как портье. Девочки, если нам какую-нибудь бабулю подселят, и она будет храпеть всю ночь, ну я же не усну. Девочки, а давайте мы заплатим за четвертого и никого не будем к нам подселять, давайте. Не положено. Здравствуйте. Здрасте. Ой, здрасте. Какими судьбами?
А я поняла, что после аварии нужно срочно снять стресс. Тут вы со своим янтарным. Ну, я почитала в интернете, здесь очень хороший массаж. Вот, решила на несколько дней заглянуть. Ну, я не знаю, как насчет массажа, но номера здесь плацкартные. Вы одна? Одна. У нас есть четвертый. Как вас зовут? Оля. Оля. Давайте паспорт. Ну, мы пойдем заселяться. Хорошо, я догоню. Пожалуйста. Спасибо. А Элита Ивановна, идите на иглоукалывание. Последнее? Джеши Дзюховте. Вон отсюда. Пожалуйста. Как вы себя чувствуете? Как ваша голова? Вы потный? Сердце сильно стучит? Вас бросает то в жар, то в холод. У нас больница. Это мой чай. Вы что, меня отравили? Да. Это моя страховка. Вы мне деньги. Я вам лекарства. Противоядие. У вас два часа. Дальше. Смерть. Чур, я у окошка. Да уж, не 5 звезд. Да брось ты, номер как номер. Ничего страшного. Ага. Скажи спасибо, что тараканов нет. О, детективчик. Так, никаких книжек. У нас пробежка. О, пробежка. Да, Катя, а ты что, сюда приехала лежать? Приходить в форму. Форма у тебя отличная, останется такой, если ты будешь лежать. Ира, хватит читать. Подожди. Значит так. После культурно-оздоровительной программы я, может быть, вам на ночь почитаю. Да не надо, и так все понятно. Убийца сын покойный. Она еще и не его мать. Что за ужасы вы тут рассказываете? Из полиции, что ли? Да нет, Ириша у нас великая детективщица, логик. Она убийцу с первой страницы узнает. Да просто все детективы написаны примитивно, по одному шаблону. Хорошо, я прочитаю, проверю позже. Оль, можно на ты? Конечно. Я Жанна. Угу. Это Ирина, это Катюня. Мы сейчас собираемся на пробежку, может, с нами? А потом в бассейн поплавать. Ой, девочки, вы меня простите, пожалуйста, но я ненавижу бегать. Я лучше потом к вам присоединюсь уже в бассейне. Тем более нужно своим позвонить, предупредить, чтобы не потеряли. Ой, я тоже терпеть не могу бегать. Бежишь бесцельно. Так, у тебя есть цель? Влезь в платье. Все, никаких дебатов. Собираемся. Ну что, туда или сюда? Туда. Девочки, а вот ничего, что мы вещи оставили в номере с совершенно незнакомым человеком. Ну, я думаю, не страшно, мы же все самое ценное сдали в сейф на ресепшн. Или ты что, боишься, что Ольга все твои шоколадки подъест? Нет, но у меня есть модные туфли. О, это сейчас очень важно. Так, девочки, ускоряемся. Итак, 4 шага вдох. 4 шага выдох. 4 шага выдох. 4 шага выдох. Наш знакомый полковник сказал, что вот эта камера зафиксировала последнюю машину Черкасова. Дальше ее уже не было. Значит, после этой камеры он куда-то свернул. Надо же, какой ты умный. Я вот только не понимаю, как вы такие умные Черкасова упустили? О! Значит, нужно куда-то сюда поворачивать. Да, похоже, то, что надо. Поворачивай.
Что случилось? Что случилось? С трейлерами. Кто, где, когда? Лифан, тварь. Для подстраховки. Вы говори мне, что делать. Может быть, скорую вызвать, а? Какую скорую? На тебе ключи. Отгони машину. Соседний санаторий. Зайди в аптеку, возьми активированный уголь, глюкозу для капельниц, все, что надо. От отравления. Ну, разберешься там. Для сердца что-нибудь возьми и возвращайся. Соседки могут вернуться. Придумай что-нибудь. Ясно. А деньги? Деньги у нас. Где? Я тебе потом скажу, где. Когда вернешься. Я просто хочу быть уверен, что ты вернешься. Ты еще здесь? Ладно. С бассейном и сауной у них хоть сложилось. А то я уж стала переживать, что вас в дыру какую-то затащила. Ну что ты, Жанночка, спасибо тебе большое, так хорошо. Мне хоть голова прошла, а то все ноет и ноет. А ты ее всякой ерундой перестань забивать. Ты так переживаешь по поводу своего Андрея, как будто он какой-то Брэд Питт или Рокфеллер. Ничего, что я на него 15 лет потратила. Ну, 15 лет — это срок, конечно. Вот если бы ты его сразу убила, уже бы сейчас вышла. Шучу, шучу. Давайте думать конструктивно. Что тебе светит? Ну, помимо развода, документов и разборки с Наташкой. Тебе нужно найти хорошую работу и кандидата на роль Андрея. Последний, кстати, гораздо сложнее. Пойдемте в номер. Слушайте, можно же через интернет, на сайте знакомств. Да там одни маньяки и неудачники. Ну, кастинг на роль кандидата я тебе организую. Жан, ну не хочу никаких знакомств. А мне, Жан? Тебе? Ну, когда похудею. Кать, ты же у нас вроде не обделена мужским вниманием. Ну, внимание, да, но хочется-то любви. Да, в этом ты не оригинальна. Слушайте, а почему вообще никого нет? Ну, я думаю, что у них обед. Там наверняка дают какие-нибудь макароны с сосисками. Вот они все и ломанулись туда. С чем? Катя, держи себя в руках. Закрыто? Вот скажи нам, что с тобой делать, а? Сидишь, что-то тратишь наше время и деньги. А мы тебя еще должны кормить и охранять. Слушайте, мужики, отпустите меня, а? Я вам денег дам. Ну, много денег. Мамой клянусь. Слышь! Ну, нет, ну сколько хотите? Хотите? 100 тысяч дам. Ну? 100 тысяч? Ага. Ага. Стали бы мы за 100 тысяч рублей руки марать. Какие рубли? Эй! Долларов? Ты что? Ты чё, парень? Базар-то фильтрует, ты еще евро скажи. У меня евро есть. Хотите, евро дам? Ну, отпустите меня, а? Папой клянусь. Ну, пожалуйста. Да хватит. А? Чего ты вот слушаешь, а? Чего слушаешь? Ты ешь пока. А-а-а. Все съешь. А-а-а. Ты нам еще пока живой нужен. У-у-у. Корми. Умные глаза. Ты хороший человек. Он плохой. Хочешь, тебе 100 тысяч дам? Отпусти меня, а? Ты его что слушаешь? Корми! Корми давай!
похоже, он в какой-то из этих санаториев подался. Ну, значит, надо осмотреть оба. Будем искать машину Черкасова. Ольга. Черкасов, они уже здесь. Слушай меня внимательно. В твоем номере на кровати лежит книга. Детектив какой-то. Когда все закончится, найди ее, забери. С какого начнем? А, один черт. Давай в паруса. Там шифр. На последней странице адрес. Отнесешь туда. Потом с тобой расплатится. Чего это вы заперлись-то, а? Как бы мы, интересно, это сделали? Да. А я не знаю. От вас, отдыхающих, что угодно можно ожидать. А, вот это хамство, дед. Мы прямо сейчас идем к директору. И все расскажем директору. К директору ходить не надо. Что у вас тут? А вы директор? Значит так. Мало того, что нас поселили в самый отстойный номер, так нас еще заперли в бассейне. И говорят, что мы сами заперлись. Какой номер вы их поселили? 210-й. Ага. Это не самый отстойный. Ну, мы вас не запирали. Чем угодно клянусь. А кто тогда? Я не знаю вообще, потому что мы сейчас все на обеде. Мы с Тамарой смотрим телек. И никого не видели, кроме вас четырех. Стоп. Четырех? Ну да. Потому что вы сначала в бассейн пошли, а потом эта ваша подружка-поскакушка спросила, где вы, и тоже пошла. Я ее сейчас порву. Девочки, а вот говорила я вам, не надо ее одну оставлять. Девочки, только без рук прикладства. Сейчас придем, ни ее, ни вещей. Вещи она могла и раньше утащить, пока мы были на пробежке, так логичнее. А зачем она нас тогда запирала? Ну, чтобы провести в номер мужика. Мертвого мужика. Ну и где его здесь искать? Здесь столько корпусов. Кажется, в соседний санаторий приехали. Давай туда. Так машина же здесь. А ты умный, остался охранять. Смотри здесь. Я внутрь. Девочки, не знаете, а что случилось? Мы на месте. Знаешь, да, все принято. Ну что, вот его документы. Черкасов Александр Васильевич. Совинплекс. Начальник службы безопасности. И что с причиной смерти? Внезапная коронарная смерть. Причина на вскрытии. Кровь и ткани на экспертизу, тогда точно скажу. Есть что-то интересное в комнате? Ребят, ваши еще работают. Ладно, пойду поговорю со свидетельницами. Девочки, они нашли тело на моей кровати. Они решат, что я его задушила. Не идиотничай, просто отвечай на его вопросы. Здравствуйте, капитан Мухортов. Кто из вас обнаружил покойного? А кто был знаком с покойным? Ясно. Думаю, надо побеседовать с каждой из вас в отдельности. Кто первый? Вы. За мной. Значит, не поселите нас? Я бы с радостью, но директриса приказала никого не селить. Видите, что у нас тут творится? А что, кстати, творится? Я толком не знаю. Мужика мертвого нашли. Прилично, в костюме. Жилец? Да не, не жилец. В смысле, он не наш жилец. Ну, короче, и так не жилец. Ну. В костюме лысый с дипломатом. Не, может, он, конечно, с дипломатом.
Но не я его нашла, а эти постоялицы заполошные. А что за постоялицы? Да въехали сегодня такие фифы. А что это вы здесь все расспрашиваете? Так интересно, настоящий детектив. Элита Ивановна, что вы здесь стоите? Клава, это ваш клиент? Нет, хотел заселяться. Свободных мест нет. До свидания. Это как же? Вас же сегодня только один номер заняли. А Элита Ивановна, идите, пожалуйста. Пожалуйста, у вас сейчас по времени водные процедуры. Господи, идите, был последний идите. Номер. Всего хорошего. Понял. До свидания. А Элита Ивановна, дорогая. Алло, полковник, это снова я. Узнаю своих, что случилось в санатории Янтарные берега. Только что. Давай, жду. Кровать моя. Покойник чужой. Жанну клиент пригласил, а его жена не пустила. Это не клиент. Если бы это был мой клиент, его бы нашли на моей кровати. Нет, мы втроем, мы приехали Ришины нервы подлечить. Я совершенно спокойна. Вы лучше об этой Ольге беспокойтесь. Привела непонятно кого. Заперла нас. Водить не умеет, а туда же. За руль. Нет, ну а что, у каждого встречного паспорт, что ли, спрашивать? Мы же не какая-нибудь там полиция. Ой, извините. А может, она здесь от мужа пряталась, а? А он узнал, приехал и умер. Убил любовника жены. Зачем Ольга заманила этот труп к нам в номер? В смысле, этого мужчину. Обокрасть и убить? Да она просто маньячка. Девочки, нам очень повезло, что нас заперли в бассейне. Странная история. Что-то тут не сходится. А я думаю, что просто он ее преследовал. А ей это надоело. Вот она и решила его отравить. Угу. Стрелой с Курара. А ты что думаешь? Ты же у нас детектив. Я думаю. Надо думать. Так, нужно доехать домой, выпить валерьянки и лечь спать. И что-нибудь съесть. Соседки.